В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла вторая международная научно-практическая конференция «Диалог культур», где приняли участие иностранные студенты, обучающиеся по программе бакалавриата и магистратура. Мероприятие ставит перед собой несколько задач, главной из которых является изменить взгляд ребят на родной язык и культуру другой страны. Участвуют более 50 человек. Для кого-то это первый шаг в науку. Кто-то уже писал курсовые работы, у некоторых есть научные статьи. В любом случае, мы считаем, что занятие научной деятельностью очень важно для студента. Это расширение его кругозора, это немного другой взгляд на мир, это более глубокая картина мира. Конференция была разделена на несколько секций. Теоретические и прикладные аспекты русского языка как иностранного, русский язык, проблемы и перспективы, актуальные проблемы русистики и лингводидактики. Каждому участнику было выделено несколько минут на подготовку, после чего нужно было рассказать основную мысль доклада. Конференция – это для меня самое важное мероприятие. И я думаю, что в этой конференции можно получить много нового и знакомиться с многими друзьями и слушать другие доклады. Это будет для меня это помощь. Отметим, что проведение подобных конференций помогает студентам из разных стран глубже изучить культуру другой страны, а также рассказать о традициях своего народа. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.